Друзья, вот многие сейчас задают нам вопрос, почему будет сразу два митинга против повышения пенсий, роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, роста капремонта и цен на капремонт и, соответственно, роста цен на бензин. Конечно же, мы считаем, что гораздо больше протестных акций это гораздо эффективнее. Ведь уже 14 июля в Госдуме пройдет первое чтение по изменению закона о повышении пенсионного возраста. И, конечно же, уже сейчас все эти настроения с регионов будут считываться и Государственной Думой, и администрацией президента, и правительством. И чем больше этих настроений мы передадим туда, на самый верх, тем важнее будет итог этих протестных настроений. И именно по этой причине мы, командой Навального, присоединились к митингу КПРФ, который пройдет 1 июля на площади Свободы. И, конечно же, зовем всех присоединяться к митингу 5 июля на Кремлевской площади, который начнется в 18 часов. И при этом, ведь по всей области уже идут протесты. Вот в Череповце митинг состоится 4 июля. И мы будем очень рады, если в других районах области или каких-то городах организуют тоже свои акции протеста. При этом, друзья, достаточно выйти хотя бы на пикет, и если вы не успеваете уже подать заявку в срок, то и к митингу 1 июля, и 5 июля, и в промежуток этого времени можно обязательно присоединяться. Вы можете подать заявку на пикет за 5 дней до проведения мероприятия. Поэтому сейчас очень важно, если вы покажете тоже свои протестные настроения. И не забывайте, власти каждый ваш протест считывают, каждый митинг, каждый пикет, он обязательно докладывается. И докладывается не только на уровне областного правительства, а докладывается на самый верх в Москву. И вот все эти настроения, которые отслеживаются в регионах, как раз и будут служить поводом для того, чтобы депутаты Госдумы принимали или отменяли этот закон. И поймите, никто, кроме вас, этот протест власти не передаст. Вот вы можете, конечно, отсидеться на диване, посмотреть футбол или сказать, что ну вот сейчас это меня не касается. Но уже пора понять, что повышение пенсионного возраста, ведь на самом деле это лишь начало. Ведь следом вам поднимут налоги НДС, потом вам в очередной раз поднимут акцизы на бензин. Ну а что еще поднимут следом, даже сложно сказать. На самом деле скоро россиянам предложат сразу ложиться в гроб практически после рождения. Ну, естественно, сняв с них определенные денежные средства за определенный период. И поймите, либо вы будете терпилами, либо вы все-таки выходите. Мы предлагаем выходить и протестовать против этого беспредела. 1 июля, 18 часов, площадь Свободы у памятника Ленину. 5 июля, Кремлевская площадь. Обязательно выходите. Что касается вопроса согласования митинга на Кремлевской площади, он согласован автоматически. Дело в том, что администрация города Вологды не ответила своевременно на наше уведомление. И поэтому, согласно вот решению недавнего Верховного суда, мы выходим абсолютно законно, потому что митинг согласован автоматически. О чем мы, кстати, уведомили администрацию города Вологды и, соответственно, полицию, попросив оказать нам всю помощь и поддержку в проведении мероприятия.